Этот псалом, который я пою, без объяснения стараюсь не петь, потому что есть люди, которые не понимают. Но в книге пророка Иезекииля есть написано, что я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Бог будет произведить праведный суд. И поэтому этот псалом написан на книгу пророка Иезекииля, а окончание его на слова Иисуса Христа. Послушайте, дорогие, как вас назвать, братья и сестры, телезрители, которые будут смотреть этот псалом. Пусть он вас поназидает и поможет вам избавиться от кое-каких капризов вашей жизни. Когда